Всем привет! Сегодня буду тестить новый формовой ввоз, который специально заказывала для этих сложных форм пионов. Формы эти разные. Один пион более закрытый, один уже с раскрывшимися лепестками. Воск я заказывала у девочки мастера, 1 килограмм на пробу, но купить этот воск можно на сайте Green Wax, это эко-олива. Вот так он выглядит, как полусферы. Ставлю воск топиться на водяную баню. Буду делать мраморную заливку, поэтому, когда воск растопился, немного наливаю в формы, распределяю по формам. Оставшийся воск я окрашиваю, хорошо перемешиваю краситель с воском и разливаю по формам. Пришло время доставать свечи из формы и оценивать результат. В принципе, результатом я осталась довольна. Есть несколько лепесточков, которые обломились, но не критично. Обе свечи мне понравились, как получились. Воск мне понравился, я его однозначно буду заказывать. Пишите свое мнение о воске в комментариях, но я буду с вами прощаться. Пока-пока!